Доброго времени суток. Уважаемые сотрудники, предлагается вашему вниманию очередной поиск на тему альтернативных способов выращивания мицелия. И вот одним из таких альтернативных способов, учитывая весь предыдущий опыт, является вот такое ведро. Современная индустрия пластмассового производства пошла и шагнула очень далеко. Ведра стоят недорого. Если брать их на большой опт, то они стоят вообще позволительно и применительно к производству мицелия. Но есть один вопрос, как вот это все дело применить для тех уже налаженных каких-то производственных линий, которые у вас есть. Вот, и у меня есть. Значит, у меня есть подпакеты, а тут получается ведро. Значит, первое, что нужно отметить, что это все дело мы запатентовали в день снятия видео. Это происходит 18 октября 2016 года. Значит, сделали мы вот такое. Стерилизовался он обычным способом, как мы стерилизуем наши пакеты. То есть с ведром ничего не произошло. Наш режим стерилизации, оно выдерживает. Хорошо оно так поддуло, сделало дополнительный объем сверху. Осталось только, я вижу, что оно тянется вверх, потому что только здесь есть кислород. Сейчас мы сделаем для него, чтобы оно могло дышать. Для этого применяем традиционный способ изготовления фильтров. Для этого... Так... Ножницы запотовываем. Вон там. Хорошо. Будем применять. Значит, наш стандартный фильтр. Чуть-чуть маленький. Вот таким вот образом. Маленький? Да. Давай большой. Удаленький. Большой. А, 4. Итак, легким. Что там? Легким движением руки сделали фильтры. Принципиально можно даже оставить вот в таком состоянии, но есть в принципе сомнения в том, что ну, не будет попадать, и они будут загрязняться при таком обширном поверхности. Значит, мы применим сейчас способ их изоляции. Для изоляции мы будем применять метод обклеивания вот этого всего дела скотчем. Ну и для того, чтобы дыхание было. Вот и все. Вот такое мероприятие. Таким образом у нас получился контейнер. Сразу готовая тара. Очень удобная, герметичная. И удобно даже вот в применении и во всех остальных способах, о чем и хотелось рассказать.